Кожушка? Кожушка для изоляции. Вот это. Он должен быть, включить потом его вот так. Поднимать металл. А вы, получается, начинаете загибать. Вот. То есть, ну, понял я. Вот тоже его крутиться должен, вот так в обратную сторону, выкидывать металл должен. То есть положили лист. Ага. И вот у вас с ребрами жесткости, да? А объемы у вас большие? Ну, куда как? Вон лежат. По-разному бывает. Вот 15 тонн привезли, вот металл. Сейчас будут на чем делать. 4 реактора вот как-то сдадут. Начнут. Реакторы там. В воскресенье будут. Если так рассчитать, то на дневную смену на год это есть. Вот, например, 8 часов в же день отрабатываем. Даже при своих. Это уже надо вот с людьми конкретно называется в другом месте использовано. Вот загинаем один раз и второй раз аккуратненько. Да, я еще ни раз такого не видел, чтобы из ручной сделали электромеханическую. Вместо ручки привод.